Здравствуйте, дорогие девушки, с вами Юлия Ланский, эксперт по строению отношений с успешными мужчинами. Сегодня, дорогие девушки, я вас привела к бушующему океану. Сегодня здесь шторм, буря, ураган. Вы знаете, вот это то состояние, которое случается у нас с вами тогда, когда что-то не ладится в отношениях, когда мы с вами подвержены стрессу, недовольству, когда в мире происходит и как бы уходит почва из-под ног, и происходит некое такое разрушение, вы терпите крушение корабля ваших отношений, вы даже выглядите не очень хорошо, а внутри нас бушует то самое море, ураган, нам больно. Больно от расставания, больно от того, что мы не смогли, все могло бы быть иначе. Почему зачастую в наших отношениях начинается коллапс? Первый уровень, то есть первая ошибка отношений – это коммуникация. Мы не всегда слышим нашего партнера и до конца понимаем, что действительно хочет он. Что говорить, мы не всегда понимаем, что хотим мы и что действительно для нас значат эти отношения. Второе. Какие-то негативные разрушающие моменты приходят абсолютно не вовремя, когда вы к ним абсолютно не готовы. И самое главное, когда случаются бури и ураганы, вспомните, мы подвержены эмоциональному порыву. Здесь и сейчас мы спорим, мы что-то пытаемся доказать, нам кажется, что нас обидели, нам кажется, что нас предали и так далее. Нас обуревают эмоции. И третье, знаете, это эмоциональный фон накрывает нас, как правило, не то время, ненужное время. Очень часто, если посмотреть на развитие отношений, можем сказать, что вот эта ситуация пришла в самый неудобный, неподходящий момент. Так чаще всего бывает. Я вам хочу пожелать как бы три рекомендации дать, да, вот из этих трех уроков. Первое. Учитесь слушать и слышать своего партнера, слушать и слышать саму себя. И понимать и управлять ожиданиями ваших отношений. Второе. Будьте готовы к тому, что да, в отношениях, как и в погоде, бывает, случается ненастье. Все идеальные отношения, они идеальные не сами по себе, а потому что люди умеют ими управлять, как бы их выстраивать. Знание, что делать, когда наступает плохая погода, убережет вас от разрушающего эмоционального фона. И вот третье, пожалуйста, не обрушивайтесь эмоционально, держите себя, помните разумом о том, что лучше быть гибкой в отношениях, лучше быть в отношениях где-то трезвой и пытаться лучше здесь понять ожидания вашего партнера и действительно себя. Я приглашаю вас в тренинг «Гармоничные отношения», который рассказывает о всех скользких местах, о всех рисках, которые бывают в отношениях и о том, как избежать этих рисков. Массу техник, примеров, инструментов, режиссируемых таких поведенческих сценариев, когда вы как женщина просто пропускаете через себя и начинаете понимать совершенно четко, как вам надо было бы вести себя в этой ситуации, чтобы все было иначе, а именно так, чтобы все в ваших отношениях было позитивно и всегда стояло солнце, хорошая погода. Ну, а самое важное, вас приглашаю в тренинг, который я веду с Александром Рапопортом, где будут достаточно подробные разборы и ситуации для того, чтобы у вас, дорогие девушки, завтра получилось построить именно тот храм счастливых отношений, который вы хотите видеть. С вами была Юлия Ланский. Ставьте лайк. До скорых встреч. Увидимся с вами на семинарах. Пока-пока.